На контроле каждый сантиметр. Спецмашины со щетками аккуратно проходят вдоль бордюра, очищая дорогу от пыли и мусора. Ночью на улицах города работают свыше 80 единиц техники. Одни подметают и пылесосят, другие моют асфальт. Самарская, Вилоновская, Осипенко, Фрунзе вскоре в порядок приведут треть городских улиц. Работа продолжается, ведем ее в активном темпе. Связано это с тем, что Небесная канцелярия нам преподнесла сюрпризы. Результат как бы на сегодняшний день налицо. Мы работаем во всех как бы районах города, никакой район не является исключением. Главная сложность при уборке – припаркованные автомобили. Они мешают спецтехнике очищать улицы. По поручению главы города особое внимание территории вдоль бордюров. Жители просят отнестись с пониманием к работе служб благоустройства и не оставлять машины вдоль проезжей части вечером и ночью. Чтобы горожане знали заранее, где в ближайшее время пройдет уборка, выставляют информационные стенды. Разумеется, я это приветствую. Если я вижу такой знак, то парковаться в этом месте я не буду категорически. Сотрудники МП благоустройства также помоют пешеходные ограждения, остановки, тротуары, уберут грязь с газона вдоль дорог. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».